Уже 25 марта вы сможете посмотреть 10-серийный сериал и снова «Здравствуйте, второй сезон». В ней Борис хочет довести дело до конца, убить Колю, вернуть свои деньги. Но самого Бориса и его близких преследует иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, и он снова может ощущать вкус и боль. Он становится человеком, но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор – остаться неуязвимым или снова стать простым смертным. Однако самое важное испытание, которое ему предстоит пройти – это наладить контакт с дочерью, которая не хочет видеть отца, оставившего его в детском доме.